Соединенных Штатах Америки собрали баскетбольную команду, которая полностью состоит из евреев, сообщает телеканал «Мир-24». Университет Иешива – главный учебный центр ортодоксального иудаизма в США. Однако теперь он привлекает людей не только своими программами, но и уникальной баскетбольной командой. В этом году команда впервые пробилась в третий дивизион студенческой лиги США и установила рекорд – 27 побед подряд. На площадку игроки выходят исключительно в кипах, а на матчах часто дежурят полицейские, ведь за самобытность баскетболистов регулярно оскорбляют болельщики соперников. Впрочем, под еврейскую команду так или иначе вынуждены подстраиваться все. Суббота, религиозные праздники и пост – дни, когда баскетбол уступает место молитвам. Баскетбол – лишь малая часть учебной программы. Многие игроки отказываются от стипендий ведущих американских вузов, лишь бы играть здесь. Любопытно, но именно с евреями связаны многие значимые события американского баскетбола. К примеру, в составе команды Нью-Йорк Никс на ее первый матч вышло сразу 8 евреев.